123 сообщения о нарушениях в сфере налогового законодательства поступило от граждан на сайт Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан в 2013 году. Об этом заявил исполняющий обязанности заместитель руководителя УФНС России по Республике Башкортостан Константин Чекмышев. Вот из этих 123 обращений, 26 обращений – это именно обращения по поводу неуплаты налогов крупными налогоплательщиками, то есть юридическими лицами, это схема обналичивания, это выплаты серой заработной платы. Все остальное – это именно та информация, которую мы получили по физлицам. Любой гражданин анонимно может сообщить о том, каким образом и кто уклоняется от налогообложения. Также Константин Чекмышев рассказал о программе повышения эффективности контрольной работы. Она направлена на переход от массовых проверок к отбору налогоплательщиков с наибольшим налоговым риском и потенциалом. В среднем сумма начислений на одну выездную проверку у нас сейчас составляет 4,5 миллиона рублей. До этого эта сумма была в 2,5 раза меньше, чуть больше 1,5 миллионов рублей. Но вот в целом, за счет этой работы, если говорить о конкретных цифрах, доначислено по проверкам в первом полугодии уже больше 2 миллиардов рублей. УФНС по РБ ведет активную работу с органами внутренних дел и Следственным комитетом, благодаря чему в первом полугодии 2013 года было уже возбуждено 8 уголовных дел. Сюзанна Мирзаян, Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.